Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на электрический пистолет компании CIMA CM128 Хайкапа 5.1. Эта страйкбольная версия пистолета является очередной модификацией рамы пистолета Кольта образца 1911 года, более приспособленной для спортивной стрельбы, где была изменена масса пистолета и увеличена вместимость магазина. Корпус пистолета выполнен из ударопрочного пластика. Затвор у пистолета неподвижный, из алюминиевого сплава. Комплект подставки включает в себя зарядка, аккумулятор, лоудер и сам пистолет. Чтобы получить доступ к аккумулятору, нужно опустить в нижнее положение рычаг задержки, взвести курок на тыльной части затворной рамы и поднять раму вверх. Регулировку хоп-ап системы можно произвести с помощью колесика. Магазин пистолета металлический, вмещает в себя 35 шаров. Пистолет имеет два режима стрельбы – одиночный и автоматический. Также у пистолета присутствует предохранитель. Вес пистолета составляет 850 грамм. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 63,2 метра в секунду. Скорострельность 15,6 выстрелов в секунду. Прицельная дальность составляет 20-25 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал. Пока! With their nails done now.